Там артстайл сваливает. Чё говоришь? Артстайл сваливает. Куда сваливает? Блять, а док? Док зайдет? Док же говорили зайдет через 5 минут. Артстайл, да ну, не надо, не отъезжай. Пошли в инст уже. Ну если ему надо, что поделать. Вернешься, я даже не знаю, если мы сейчас кого-то найдем, будет место. Откуда его перетянуть? Блять, какая это морока нахуй, это собирать, бля, это пиздец просто. Заебешься, блядь. Один уходит, третий приходит. Понедельник, вообще ебанутый день. Да тут не то, что понедельники дело. Так, сейчас будет тело. Отлично. Это Лада, это кто? А, это вообще Ладомир. Ебать. Было бы заебись его взять. Так, ну-ка нечаянно посмотрим. Так, ну посох охуенный, прям он мне нравится. Тринки ничего так заебись. Конечно, с критом такси надо с ПД что-то на аэродром. С Калагарна, надеюсь, выпадет посох. Тут даже нихуя, тут даже этот есть, кто он. Это у тебя носовой? У тебя носовые штаны одеты, что ли? Крит метка. А у тебя есть на эрдру штаны? Нету. Ну шея заебись охуенная прям. Должно заебись быть. Ой, блин. У нас ни совы, ни эльма, да? Там мы вообще бомжи какие-то, блядь. Собрались тут, блядь. Кто еще есть из тех, кто КД ставил? Я, блядь, не помню, кто там был. Ну тогда этого Ладомира звать, блять, какой самый лучший вариант. Ну да, он считай airdrop будет, а нечаянно сам успеет. Да, еще да. Круто. Сейчас если пойдет. Ну я пока выполняю шумана еще. А, понял. Все, это принял. Все, этот лог, давай еще рожка. Сейчас мы эту хуйню всю разнесем. Останься пока в эрдру нечаянно, не спекайся. В смысле? Ну я в этого в шипе спекну. Сейчас посмотрим втроем, как они похилят. Я просто не знаю, вдвоем захилят, нет? Зуба. Зуб. Или захилят, знаю. Ладно, спекайся в сову, посмотрим, захилят они салады. Тыкайте на сову. Ой, блять, где он там? Пришел, сможешь. Все, короче, спекаюсь. Спекайся в сову, спекаюсь в ШП.
Погнали, блядь. Погнали тогда в рейд с пугами. Так он называется, рейд с жутто. Рейд с пугами, рейд с пугами. Так, 10 человек, отлично. Ешьте. Ставьте рыбу, ешьте. Пусть заменит рыбу. Огурцы, всю эту хуйню. Мораль танчит, короче. Все соло затанчит. О, рыба стоит, жрите. Значит, хилы Зута и Эллада. Сейчас, если вывезете робота, это значит все вывезете. Даже пожарника. Так, один по один, значит, сказки хуярим, на остальное похуй. Шип ману резает. Лок. Лок, что у нас? Демон, ну заебись, должно быть. Нердрус с хапалом по мане редко проседает. У него имер есть, хапал резает. Берите огурцы, я взял. Чек на пул. Давай по делу тут, Диси. Давай. Давай здесь. Подходите сюда уже. Не сидите там под полчаса возле этой хуйни. Мораль, сразу пуляй и башим этого пидора. Давайте, хуярим. Геры у нас нету, мы и так все запиздим без Геры. Просто ебашим. Хуярим сейчас босса, на 75 выпадет сердце, блять. Просто захуярим. Черную выносим. Все все знают тактики, так что все заебись. Нет, поднимаю, так что могу ничем подослать. Давай, буйный рост, буйный рост. Никто не должен заслакать. Хуярим сердце. Все бурсты у него отдаем. Тут даже бичи закрывают пуги, там 210-е. Не лучше этих бичей. Ну видите, заебись ДПС. Все, перели, это значит мы убьем. Так, поворачиваемся, убиваем. Поворачиваемся бота и хламобота. Убиваем, убиваем СРДД, повернулись, убили. Метку выносим. Хламоботов хуярим. Ничего, меня не подхилили там чуть-чуть. Да, хуй забили. О, забись. Кто резнул вас нечаянно? Да? Не, видишь, не везут. Значит, в хила спекайся нечаянно. Не везут два хила. А, просто... В черную заходим. Значит, хила будешь спекаться. Потому что мой хэприст он по мане просядет и сдохнет, да. Сейчас два аирдроп будет. Если вы в три не завезете, ну все пизда тогда. Обычку будем делать сразу. Прям сразу будем делать обычку. Может вы спекнешься? Не, я говорю, хэприст просядет по мане и будет вайп. Значит, нечаянно сейчас маг поставит любой тебе портал, сделаешь эрдру, спекнешься и... Так, что там? И в эрдру, в этого. В эрдру. Да что нам этот ДК у нас? ДК-то есть. Эти на быстроту есть у кого-то фласки?
на сердце мне. Хотя бы одну штучку. Скорости. Дашь одну? Надеюсь, переведем без нечаянно. 2, блядь, если без нечаянно не переведем, то уже, сука, сразу просто добивать его в бычке будем. А это что? На хосту? Заебись. Ставь шкаф, лок, сумоньте нечаянно. Значит, заранее, когда начинается фаза вторая, расхуяривайте там по фул рейду, омоложение. Пошел топот, буйный рост, оба сдаете и все. Один в мелизону, один в этот, в РДД. В принципе, мы там стоим 20 метров, будут все баф ловить. Лев баф. Будем начинать. О, и дайте маги столик, что я штурделей не взял. Ману резко только, да. Берите тоже все хилы, чтобы по КД между трэшем резали сразу быстренько. 80 штурделей. Так, и проверку. Такой молодец, что готов. Кулака нету, только каска. Только каска. Лучше каска тебе будет. Подходите сюда. Рога. Вообще не знаю, что будет лучше. Я думаю, лучше будет каска. И хуй забейте на кулак. Поехали, мораль, бля. Давайте три хила. Сейчас выжимайте все, что можете. Надо, чтобы никто не упал. Все в ваших руках. Бич, блядь, мне даже никто не сказал. Сердце бьет. Что я, сука, на себя доспех не повешу. Перевели, это хорошо. Смотрим, где бомботы идут. Большие только идут, вроде больших. Танков. Больших подведите. Подводите к боссу. Там босс. Танк стоит, он уже стоит. Сейчас он заберет с вас. Все. Меточку. Два омоложения закидываем. И все, заебись, прохиливаться будет. Искра. Искру убиваем, поворачиваемся. Давайте приготовились. Захиливаем. У кого это нечаянно есть как БР? Не проебите мага в следующий раз. Метку бьем. Искра. Искрой ближе подойди, искру влились все быстро. Там шотнули за нее быстро. Бейте РДД искру.
Долго бьете искру, быстрее бейте. Да. И второй друг, если бы откатился по ханту, давай. Три хила не везет. Вискру быстрее, не бейте босса. Да, блядь, не бьем мы хм, просто не убиваем. Покровительство природы на первом месте. Частица света, свет небес на втором. Буйный рост на первом, восстановление на втором. Покровительство природы на третьем. Ну что я вам могу сказать, ребята? Этот Владимир Диси за игру первый раз играешь. Нечаянно восстановление никогда не юзаешь. Юзаешь только омоложение и только буйный рост. Еще юзаешь жизнецвет. Когда выходит метка, кидаешь на него жизнецвет. 1-2 стака. Это, заходи в лужу. То же самое Эллада. Покровительство не на первом месте должно быть. На первом месте омоложение, на втором буйный. Покровительство... Что ты еще там юзаешь? Жизнецвет вообще не юзаешь. Когда искра появляется, пожалуйста, все сразу в нее. Чем дольше искра будет, тем больше в ей урон полетит к райду. Значит, у нормального, правильного эрдру должен быть на первом месте омоложение, на втором буйный, на третьем жизнецвет. Восстановление никогда не нажимай, потому что это залупа бесполезная. Когда идет топот на второй фазе, юзайте. Вот, допустим, давай распределимся. Эллада, омоложение накидываешь только на первую пати, нечаянно только на вторую. И когда идет топот, оба сдаете буйный рост. Все. Когда вы буйный рост сдали, он у вас в КД. Подхиливайте покрытельством самые просевшие цели. Если во время буйного роста кидается метка на человека, черная или белая, вы кидаете на него оба по жизнецвету, один стак. Жизнецвет хилит быстро, за 5 секунд поднимает очень большое количество ХП. Омоложение — топовая хилка. Если этого не хватает, на человеке 2 омоложения висит, и хэпал, блять, с частицы на танке хилит эту метку. Хэпал чем хилит, нахуй? Значит, вспышка, нахуя вспышка? Ну я хуй знает. Светом небес поднимаешь на топоте. Светом небес поднимаешь на топоте. Вспышка — это, ну я хуй его знает. Поменьше ее юзы. Шок небес 11. Значит, метку человек выносит, шок небес заряжаешь. Сначала начинаешь кастовать свет небес. Чтоб человек был на фул. Маг не должен подыхать вообще никак. Значит, висят на маг Шадрубитрикс, кинулась метка, блядь. Ваши действия. Два омоложения уже висят, идет топот. Два жизнецвета сразу кинули. Увидели, босс кричит, нет, нет, два жизнецвета друиды кинули. Хэпал кастует свет небес. Хуй, кто сдохнет когда? Я даже щиток кидаю. Вот это восстановление, вот эту залупу не надо кидать. Покровительством не надо хилить, блядь, когда не надо. Значит, покровительством ты хилишь тогда, когда у тебя зашифрована вся в омоложении вторая пати. Первая пати Эллада, вторая нечаянно. Только тогда ты хилишь, когда буйный рост у тебя в КД и омоложение на 5 телах висит. Начнете убивать и захиливать это говно, блять, в 3 хила. Значит, этот самый. Есть быстрое восстановление еще. Когда на человеке висит омоложение, ты можешь прожать быстрое восстановление. Это моментальная хилка. Если ты не выхиливаешь, если ты смотришь, ты покрытие нажал, у человека еще половины хп нету. Хуяришь в конце каста, быстрое восстановление, блять. Два друида, давайте, перестраивайтесь, блять. Начинайте нормально играть. Даю баф, пробуем еще разок. Если нихуя не меняется, сразу обычные режимы идем. Два хила там, или во сколько будет. Если вы первый раз играете, поинтересуйтесь, как это хилить эрдру. Это никак не восстановление.
Это не те хилы тут, блядь, сидят. Нершан хапал, чтобы ты, чтоб друг оставал восстановление. Забудь про него нахуй. Так, сейчас, секунду, я, блядь, бафнусь. Сожру рыбу. Спасибо, ребята. Торопитесь. Зачем гуляете, блядь? Давайте бьём. Далеко не отходи, там 8 метров. Готовься уже бить. Иди бей. Рога на топоте, ложный выпад прожимай. 50% урона снижает по области на тебе. Хуй когда сдохнешь. Надеюсь, не сжимаешь. Сердце хуярим. Прям бурсты все, хуярьте в него. Я хуй знаю, сейчас переведем его, нет? Мораль бей. Это бомбот, захиливаем их. Роботов ближе к боссу, танк заберет сейчас. Давайте, начинайте, сейчас фаза пошла, этот, хардмод. Начинаем, как я объяснял вам, хилить. Жизнецвет, не всю хуйню, он не должен так проседать. Хуярь на себя, дубовую кожу сразу, метку пошел выносить, дубовую хуярил. С искру бьем. Да, вот хант выносит, на нем вся хуйня должна висеть. Он не должен сейчас сдохнуть. Дал щиток ему еще, помог вам. Пошел топот, самый ответственный момент. Хуярим. Сейчас искру все брустите. Буйный рост пошел. Искру бьем. Вот, вы захиливаете. Еще сильнее старайтесь. Буйный рост, если в КД омоложение на 5 висит, хуярите покровительство. Если видите, не везете покровительством, хуярите это быстрое восстановление. Дал щиток на Лока, блядь, помог. Убиваем искру. Топот идет, Лока сейчас засейвите. Дал ему щиток. Лока засейвите, главное. Все, молодцы, вы выхиливаете. Теперь в том же духе продолжаем. И будет все легко убито. На танк искру. Искру бейте. Искру бьем. Черепок сейчас засейвливаем. Ладно, дубовую кожу. Даю тебе щиток. Выживи. Все, молодец. Отходи от нас. Молодца. Коточки просто. Все, сейчас рейд прохиливаем. Буйный рост оба сдали. И покровом ебаш. Покров. Давай, зуд-то ебаш. Вот, отлично. Вы втроем везете. Все. Теперь старайтесь. Значит, засейвить Лока. Дал щиток ему, он не сдохнет никак. Идеально. Давайте, продолжаем в том же духе. Дал щиток хпалу, блядь, захилить на фул хп. По одному стаку жизнецвета. С него мана вам возвращается. Маг никак не сдохнуть не должен. Дал щиток магу. Блин, красава, выживает. Лада сдох. Нечаянно резай его, если есть БР, конечно. Есть? Казер СС на нечаянно. Извините, пожалуйста. СС на нечаянно сразу. Искра. Сколько БР это нечаянно у тебя? Блять, сори! 0,50. Надо было метку вынести, конечно. Не, я вынес ее, я тпшился раньше, чем она. У меня есть. Заходите в лужу. А метка не скинулась. Заходите в лужу. Вы захиливаете. Как вчера. Вы захиливаете. Вы захиливаете, только Элада, ты когда выходишь, на себя хуярь. Если ты вот так проебываешься, если ты сдыхаешь, хуярь 3 стака жизни цвета, ты не сдохнешь. Быстрое по себе хуярь. Ты когда бежишь.
Тебе надо бежать с этой меткой, тебе надо из нее выходить. Видишь, секунда остается на тебе. Ты уже начинаешь бежать. На те 3 стака уже висит. Понимаешь? Если ты не уверен, еще хуйни буйный рост на себя. Он еще будет отхиливать. Когда скидывается черная метка, 16 тысяч дамаги сразу. Это большое количество хп отнимается. Если ты видишь, пол хп отнялось, и хуево все. Следующий тик будет, пока ты в луже бежишь. Ты замедлен в топоте. И дамага, у тебя и хп мало. Хуярь по себе, быстрое восстановление, блять. Поставьте удобно кнопки, блять. Я понимаю, там нечаянно и это не играл Эрдру. Лада тоже начинает давать тренироваться. Хуярь. Смотрим, чем вы хилили. Омоложение, покрылись на втором. Будни должен на втором быть. Старайся буйника побольше, Лада. Жизнь и свет появился. Восстановление не кастуй никогда, еще раз объясняю тебе. Ты теряешь просто все. Выкинь его нахуй. Один раз я понимаю на танка, но ты его не кастуй нахуй, он не нужен тут. Ты теряешь просто, блядь, и ману теряешь, блядь. И оно не хилит нихуя. Оно долго висит, но хилит хуйню. Омоложение лучше 100 раз хилит. Ставьте там рыбу, даю баф. Ну еще нахуй разок, нахуй, и все. Сейчас я еще пропишу, блядь. Постоянно у меня скидывается КДБР, блядь. Где эта хуйня? Искру все видят, не оносите, пожалуйста, это по 1000 раз. Долго бьет. Ну а что поделать? От того, что ты будешь это постоянно говорить, быстрее она не начнет умирать. Это самое. Ну, быстрее она начнет реагировать. Реагирует там нормально, просто она не ваншотается. Просто от того, что ты говоришь, это ни на секунду не поможет. Дорога, бегай, искру тоже хуярь. Бегаешь, бьешь искру. Вот, отлично. Все заебись там с искрой. Она умирает, так как ее могут задамажить эти дедеширы. Так, успех. Еще проверка. Пал каск. Дай пал один баф. Если ты видишь хуево, пол хп у рейда нету, хэпал. Твоя ротация. Свет небес. До этого ты кастуешь уже раза два. И в конце света небес, когда ты видишь все хуево, по самой просевшей цели шок хуяриваешь. И потом уже просто молишься. Ну, обычно так и есть. Да, ну давай, старайся. Два эрдру я хуй знаю, сейчас постараются. Посмотрим, что будет. Чтобы не лутать дамага много, можно немножко рассредоточенно стоять РДДшником не в одной кучке, так, а полукругом немножко, РНЖ 10 примерно. Вот когда этот куб кинется, свет. Лупа ебаная, блять. Хватает ДПС перевести, значит мы убиваем. Вся сейчас система в хилах сыграть хорошо. Хуяси. Рис. Так, Элада, рис. Ты зачем в танке чуть ли не был? Дальше отойди, тут фрейм просто большой. Искруплю. Раз заебись умирает. Еще выходит. Пошел топот, давайте. Искру.
Ой, сейчас как-то получше. В том же духе страти сейчас уйдем. Щитками помогаю, наверное. Ладу сейчас не проебите. Сейчас трэша никакого нет, просто эти метки и все. Ну а телока не проебем. Отличный искру. Ладу не проебал. Выходи. Вот вы кучки стоите, мы все сразу дом откроем. Здесь сложнее хилам. Старайтесь немножко разряженно стоять. Искру. И сейчас черная метка. Дубовую сразу хуяришь. Фул захил по нему пошел. Ну, давай, давай, себя быстрым. Все и хуйней. Желтая выходи. Ебать, мы почти в 4 хилим нахуй. Может какой-нибудь другой место забить, ничего. Хуярьте себе иногда. Так, еще воспомание смотрю, сейчас будем скоро уже гимн давать. Конечно. Не захилили. Давайте последний бэр в мага отдаем. Кастую гимн на ману. Стой! Последнее, что есть. Очень зря Войд сделал сейчас. Ну, у нас совершенно никого нету. Мага сейчас подхилил. А БР не будет, да? Ну, у Нечайна есть БР? Искра сейчас будет. Помани, пустой. Я и вижу, блядь. Пока есть манохилы. Ну ты, я просел по маме. Ну, нам и бычки надо делать. Мы не везем. Далеко из круга. Там хуйня осталась за рамок. Не везем мы, короче, эту хуйню. Не по хилу, мана резается хуёво. Заходите в лужу. Бычки, значит, хуярим, хули. Т8 хоть поубиваем. Пошли. На бычки просто трэш бить. Фламоботов тех больших заливать. Больших можно не заливать. Там сердце выпадет 2 раза. 3. И все. Ну там шмот надо подбирать. Дух. Просто. Духа побольше. Я твой шмот не смотрел. Триньки на МП5 какие-нибудь. Ну, 4 хила вообще никак, блядь. Это считай, я не дамажил, блядь, китал щитки, блядь, и хилку кастовал. Мана не регенится никак. Полученная мана, сейчас глянем. Вот. Взрыва разума.
Ну вот, спекайся в сову. Сейчас два хила будет. Обычный режим. Основная задача бомботы будет убить, чтобы они не подбежали в мили и в РДД. Полюбав. Хапала я первый раз вижу в рейде этого. Слабо, не слабо, вообще не знаю, как он играет. Как может, так и играет. Силы заклинания свет небес выкинуть нахуй. За 200 тебе надо брать снижение стоимости света небес. Голова пиздец, говнище. Без метасокета. Плащ без чарки. Все понятно. Хуярим обычный режим. Больше нихуя делать. Все готовы, пошли, бля. Сердце, значит, первый раз выпадает до 80% объем, второй раз выпадает до половины, третий раз до 30%. До конца его не бьем. Доток сильно на нем не вешайте, просто подбивайте. Один раз повесили доты и забыли, потом обычными скиллами добьем. Сейчас сразу поворачиваемся в кучи, с которых пойдет трэш. Все, стопнули по сердцу, забыли про него. Смотрим, босс с кучи вызывает трэш сейчас. Он сейчас пойдет или большой, или бомботы с хламоботами. Вот они идут, заливаем их. Слева куча. Точнее, для вас справа от босса. Вон еще мелкие идут. Где большой идет, там еще мелкие. Убиваем их, зергаем. Быстрее, быстрее, пока они не дошли, они отхилят босса. Хотя хули, похуй, мы же в обычке. Мы же вообще, блядь. Пусть забили на все. Сейчас до 50 сердца выпадет. Сердце до половины подбиваем. И забываем про него. Вот босс в кучу отправляет этот шар молнии такой, и с него выходит трэш. Он большой пошел. Все, по сердцу стопните, не бейте. Полностью стопните, уберите. Этот. На морали мобов лучше подбейте. Этого моба к боссу подведи, не стой здесь. Еще большой идет. Так, сейчас встанет там, нет, блять. До 25% подбиваем босса. Сейчас третье сердце на 25 выпадет. Выпадает сердце. Давайте по ауешим на танке, чтобы пока можем по ауешим, чтобы большие эти поскивались. Хламоботы развернулись, убиваем. С бомботом, со всей хуйней. Большой пускай к танку идет. Большие пускай к танку. И ауешим их. Сейчас он наберет, у них хлопешка не агро. Сердце не трогайте больше, все. Не слейте его. Сейчас он сдох. Все, добивайте 100 тысяч. Чисто босс. Скорости РП никому не надо. Так пошлите назад, Острокрылова и Игнису. Дух крит. Смысл дух ускорить, бегать. Кинжал с духом критом надо кому-то? Токенами идем. Пойдемте за токенами. Не надо назад, пойдемте Т8 выбиваем. Вам же Т8 надо. Нахуя вам те боссы, потом их убьем.
кинжал с критом надо как